А тут. Отлично, да, мы сейчас должны быть в эфире уже, но в любом случае подождем, пока нам напишут что-нибудь в чатик. Слышно ли нас, видно, все ли у нас в порядке с трансляцией. Напишите нам, пожалуйста, в чатике YouTube, все, кто нас сейчас видит, слышит. Отлично. Да, супер. Я вижу первые плюсики, а это значит, что у нас все в порядке. Замечательно. Пока мы собираемся, меня зовут Оля. Я разрабатываю курсы для менеджеров продуктов Product Mindset и являюсь программным директором крупнейшей в СНГ конференции о создании и развитии продуктов Product Sense. 18 апреля, за день до конференции в офлайне, у нас состоится воркшоп Миши. Мы качественно там улучшим скиллы проведения интервью и UX-тестов, обсудим основные ошибки и потренируемся делать эти исследования качественно, эффективно. А сегодня у нас будет такой достаточно верхнеуровневый вебинар, на котором мы пробежимся по самым частым ошибкам в CastDev. Ссылочку на вебинар я оставлю в описании и в чатике. И пока мы собираемся, я предлагаю вам немножко размяться. Напишите, пожалуйста, число, сколько качественных исследований вы, интервью, тестов, чего угодно проводите в среднем в месяц. Напишите число в чатик. Мы сейчас не будем соревноваться, кто больше, да, но просто чтобы мы немножко размялись, чтобы вы включились в нашу дискуссию. У нас будет где-то 20-секундная, наверное, задержка с трансляцией в YouTube, поэтому, чтобы проверить, как это работает, чтобы посмотреть, что вы действительно с нами, все в порядке, и вы готовы нам отвечать. Сегодня Миша вам будет задавать какое-то количество вопросов и будет ждать вашей реакции. Вот сейчас протестируем, как это работает. Так, хорошо, не проводим. Отлично. Значит, сегодня посмотрим. Так, 0,40. Слушай, разброс прям кардинальный. Отлично. Да, еще раз, мы не соревнуемся, кто больше. Наверное, сегодня как раз поговорим, что лучше, качественно или количественно выигрывать, больше проводить интервью или делать их эффективнее и более качественно. 10, 5, 10. Хорошо, 5. Замечательно. Отлично, спасибо, что вы нам отвечаете. В любом случае, готовьтесь, что мы будем задавать вам вопросы, и на них нужно будет отвечать в чатике. А еще по правилам, которых сегодня мы будем придерживаться, пишите ваши вопросы в чат, если они возникают. У нас будут периодически остановки, где я зачитаю ваши вопросы. В конце у нас будет тоже время на вопросы. Запись и презентацию мы вам отправим завтра всем, кто регистрировался на вебинар. И наш вебинар сегодня продлится около часа, поэтому рассчитывайте свое время. И со мной сегодня Михаил Правдин, UX Research Lead в Авито. Миша, привет. Ребят, привет. Ну что, давай начинать? Ну давай попробуем. Давай. Спасибо тебе за вводные. Я даже не больше ничего и не смогу добавить, поэтому я просто начну, чтобы не Отлично. терять время. Отличный план. Единственное, да, что мне нужно, это пошерить экран, чтобы все заработало. Поэтому я сейчас попробую это сделать, и ты мне скажи, заработает или нет. Так, демонстрация экрана. Демонстрация. Так, Да, сейчас должно отлично. быть на весь. Да, Видно, все да? видно. Суперски. Ребята, всем привет. Действительно решили сделать вот такую небольшую вводную перед нашим мастер-классом на ближайшем Product Sense. Значит, что сегодня хотел, как и было в анонсе, хотел с вами все-таки, прежде чем мы поговорим про проблемы, немножко сделать такое единое понимание того, почему юзабилити и интервью, где здесь CastDev, про который много говорят, почему мы говорим тогда про юзабилити интервью, если есть более популярный CastDev. И чтобы это понять, вот вначале я бы хотел поговорить вообще про исследовательские методы и где внутри них живет CastDev, интервью, юзабилити тест.
Ну, а во второй части как раз с вами поговорим про наиболее популярные ошибки, но, конечно же, не про все. Я сделал там выжимку некоторую, которую можно будет уложить в наш небольшой с вами вебинар. А вот, опять же, все остальное на Product Sense в ближайшем, на мастер-классе приходите. Итак, наверное, первое, что хочется с вами обсудить, это зачем нам исследования вообще, если мы продакт-менеджеры, дизайнеры, а не исследователи. Зачем нам думать про исследования и вообще в этой теме как-то развиваться? Моя мысль следующая, что умение проводить пользовательские исследования на текущий момент одна из основных компетенций или основных навыков для всех продуктовых ролей. Для продакт-менеджеров, для дизайнеров, для аналитиков, в общем, у любого сотрудника, у которого есть приставка «продуктовый», для них это является один из самых важных навыков. Давайте попробую эту мысль доказать на примере нескольких отсылок. Вот недавно, по-моему, Product University делали рассылку, и у них были вот такие вот прикольные картинки сравнения минимально жизнеспособного продукта с таким же продакт-менеджером. Мысль в том, что как продукт не может быть MVP режиме чисто функциональным, а должен быть еще минимальски надежным, удобным и хоть какой-то эмоционально привлекательный дизайн себя содержать. Также и продакт-менеджер, ну или, может быть, сотрудники других продуктовых ролей не могут только делать задачи, быть на первом уровне, также должны быть хотя бы минимально способны работать на других уровнях. Это обнаружение, валидация решений, приоритизация проблем, валидация проблем и стратегическое видение продукта. Почему мне понравились эти сравнения? Потому что как раз мне кажется, что в случае правого MVP продакт-менеджера как раз-таки ты и должен хорошо уметь проводить пользовательские исследования, чтобы и обнаружение, и валидацию делать, чтобы приоритизировать и чтобы понимать, на основании чего видение и стратегию продукта писать. Следующая отсылка – это исследование компании userinterviews.com. Это американская компания, которая помогает с исследованиями. И у них был опрос, они спрашивали, кто в вашей компании занимается исследованиями, где как бы эта функция расположена. И вот по результатам их опроса 30% сотрудников говорят, что эта функция распределена между другими ролями, не только исследователи в моей компании делают исследования. Что интересно, мы недавно проводили опрос на российском рынке, правда, в нашем опросе участвовали в основном именно исследователи, и мы их спрашивали то же самое, кто в вашей компании проводит исследования. И если вы видите качественные исследования, точно так же, примерно, если суммировать продуктов и дизайнеров, взять какую-то среднюю, то где-то 32% проводят исследования. И вот мне кажется, что если сделать этот замер спустя год, 2 года, то вот эта цифра будет только расти. При этом, что интересно, вот если посмотрите рядом на количественные, тут значительно меньше, то есть пока уходит в качественные. Еще одно исследование, может быть, вы видели, тоже среди продакт-менеджеров, тренды 2019 года. И здесь в вопросе было, какие наиболее популярные обязанности вы видите у продакт-менеджера. И опять же, вот история с продуктовым видением стратегии занимает первую строчку. Мне кажется, что тяжело все-таки формировать продуктовое видение и стратегию, не проводя исследования, да, только там по своему опыту или проводя какие-то рыночные исследования рынка. Также, это наиболее популярная, да, обязанность, но также вот 31% это исследование и 20% работа с фидбэком клиентов, что тоже, мне кажется, попадает в нашу же с вами тему, почему я должен заниматься исследованиями. И аналогичное исследование тоже 2019 года, по-моему, тоже среди продакт-менеджеров, и тоже вопрос про обязанности, ну и здесь примерно то же самое. На первом месте стратегия, приоритизация родмэпа, UX, product design, вот здесь как отдельный блок вылез, и customer insight, не знаю, что они закладывали слово insight, мне кажется, показалось, что это тоже попадает в нашу с вами тему.
И последнее в этом блоке, опять же, когда мы спрашивали ребят-исследователей, соответственно, у вас в команде кто занимается исследованиями, вот они отвечали, продукты и дизайнеры примерно 30%. И второй вопрос у нас еще был, чему вы обучаете команды, и, как видите, чаще всего отвечали, что команды обучают, ну, других ролей, дизайнеров, продуктов, аналитиков, обучают проводить интервью, проводить юзабилити-тестирование. Чуть меньше опросы, ну вот в первую очередь именно использовать эти два качественных метода. Исследователь обучает чаще всего именно этим двум методам. Наверное, здесь важно, прежде чем мы с вами перейдем к методам, поговорить на тему того, как бы для чего нам разные методы нужны. Мы чаще всего в компании говорим о том, что у нас есть какие-то цели, которые ставятся на уровне компании каждой команды, и после этого все команды, исходя из этих целей, формируют какой-то свой roadmap с идеями. В roadmap'е могут быть как инициативы, которые уже в виде решений, так и какие-то зоны, которые нужно подискаверить, какие-то зоны, которые хочется зайти, но которые еще как бы непонятны с точки зрения решений, что делать. И в этом плане чаще всего, наверное, все в roadmap'е инициативы делятся на штуки, где мы ищем и прорабатываем какие-то проблемы или потребности клиентов, и уже инициативы, где мы ищем, какое лучше сделать, и прорабатываем уже решение для клиентов. И на каждом из этапов у нас есть вопросы, на которые по-хорошему нам нужно ответить, прежде чем мы с вами передаем в разработку какое-то решение, которое закрывает ту или иную потребность или проблему клиента. И вот тут как раз мы возвращаемся к вопросу о том, для чего нам нужно разбираться в разных методах исследований и уметь возможность жонглировать ими и некоторыми самыми популярными из них пользоваться, потому что они позволяют нам с вами ответить на эти вопросы. То есть не просто реализовать какую-то функциональность или сделать какой-то продукт, а обосновать, прежде чем мы что-то реализуем, ответить на вопросы, почему именно эта функциональность, какую проблему она или потребность клиентскую закрывает, какое количество аудитории с ней сталкивается, почему, в каком контексте. И когда мы создаем решение, тоже описать, почему это решение лучше, с чем мы его сравнили, клиенты как среагировали на решение, помогло оно или нет, купили или нет. И только после этого мы переходим к реализации продукта, уже давая задачу разработчикам. То есть, чем если мы сможем на большее количество этих вопросов ответить, тем мы, скорее всего, будем более уверены в нашем решении. И вот тут нам помогает знание того, какие мы методы для поиска ответов на эти вопросы можем с вами использовать. Чаще всего мы, наверное, слышим и говорим про то, что есть качественные и количественные методы. Вторая, наверное, такая ось, это методы, чтобы мы могли определить с вами, что клиенты говорят или думают, и методы, которые позволяют нам с вами определить, а что же клиенты делают, то есть посмотреть на их поведение. И получается, что вот все исследовательские методы, не только юзабилити интервью, ложатся на эту схему. То есть, в принципе, все методы можно разбросать в тот или иной сектор, и почему мы не можем с вами использовать один метод? Вот, например, у меня здесь на доске наклеен стикер «Аналитика», потому что, как вы понимаете, это количественный метод и позволяет взглянуть на то, что делают наши клиенты, да, то есть посмотреть на их поведение. И вот почему бы мы с вами, ну, просто все время не использовали аналитику и с ее помощью не отвечали на наши вопросы про проблему и про решение, проблему потребности и про решение. Потому что у каждого из методов есть свои ограничения и свои преимущества. Вот, например, если мы говорим про количественные методы, то, конечно же, преимущество в том, что мы говорим о числах, что они достоверные, и что обычно в этих методах у нас не лабораторный, а живой контекст. Но при этом количественные методы имеют ограничение, что чаще мы можем их использовать только когда у нас есть уже реализованный продукт. Часто в количественных методах нам непонятны причины, потому что мы с вами не можем углубиться, мы видим что-то, но не можем определить, а почему это происходит, почему люди что-то нам говорят. И также, наверное, в количественных методах ограничение, что нам тяжело сделать новый продукт,
потому что, опять же, вот не хватает этой более глубокой причинно-следственной связи для того, чтобы понять, а что можно предложить лучше. Соответственно, в противовес этому есть качественные, где мы понимаем причины, где нам не нужна разработка, а не в этом плане за счет того, что отсутствует, не всегда нужна разработка, часто можно принять эти методы, когда у нас есть либо прототип, либо вообще нет продукта, и выборки меньше, поэтому они быстрее и дешевле, но они нуждаются всегда в подтверждении, но нам часто нужно вытащить из клиента то, что он сам даже не знает, применить свои навыки и достать из них нужную нам информацию. И еще одно, но это искусственные условия, да, то есть все методы, которые качественные, чаще всего находятся, проводятся, используются в искусственных условиях. Ну, с чем это можно сравнить? Наверное, с зоопарком. То есть представьте, что качественное – это все то, что мы тестируем. Не очень хорошая, мне кажется, аналогия пользователей сравнивать с клиентом, сравнивать с животными. Но аналогия про зоопарк, что это мы смотрим на жизнь в зоопарке, в противовес того, что мы смотрим на жизнь в живой природе. Не томи, включи следующий слайд. Включаю. Я подумал, что вы так думаете, но так как обратной связи нет, сам сказал, сам ответил. И вот все наши методы мы разбрасываем, получается, на вот эти вот четыре квадрата. Некоторые из них, например, опросы клиентов или обзвоны, когда мы делаем прозвон и спрашиваем какую-то информацию, да, то есть это практически опрос просто голосом, находятся размазаны по нескольким секторам. Почему так происходит? Потому что, в принципе, мы можем из этих методов частично и достать еще качественные данные, то есть мы же можем в опросе задать несколько там вопросов открытых, и тогда это будет частично качественные данные. Но по большей части, наверное, это все-таки считается количественным методом, поэтому больше это находится сверху. В общем, что мы здесь видим? У нас, по сути, снизу проговорят это интервью или интервью, ну, вообще модификаций интервью много, вы можете в чате общаться с клиентом, вы можете какой-нибудь завести форум и там с несколькими общаться, да, то есть просто различные модификации, но все, в принципе, общение, интервью с клиентами. И это проговорят, думают. И про поведение чаще всего это юзабилити-тесты, как их еще называют, UX-тесты, UX-ы, наверное, чаще всего так, либо UX, либо юзабилити тест. Ну и, соответственно, сверху у нас в мнениях это опросы, все, что клиенты пишут нам сами в поддержку в социальных сетях, в магазинах, сторах, ну и различные варианты, там, замеры удовлетворенности NPS, CSI. Это все в той зоне, что говорят количественно. И про поведение, если не брать аналитику, то у нас есть еще сейчас функции онлайн юзабилити тестов проведения, там тоже больше выборки, они тоже, наверное, уже в сторону количественных смещаются. И что еще? Анализ ввода, наблюдение в веб-визор. Ну, в принципе, как бы все связано с аналитикой, но вот такие еще подразделы аналитики получается. В общем, это наша с вами карта методов, которые мы с вами используем для того, чтобы попытаться ответить на вот эти вопросы. Можно ли использовать один из них? Как я уже на примере аналитики сказал, нет, не на все вопросы она ответит. Что делает вас более успешным продуктовым человеком? Это знание того, что каждый из этих методов и его ограничения может дать, и, наверное, самостоятельное использование хотя бы некоторых из них. Хотя бы некоторых из них. Это каких? Вот как вы видели, юзабилити и интервью ребята-исследователи отмечают как наиболее частые методы и те методы, которые они стараются привить и передать всем другим продуктовым ролям. Поэтому, наверное, если мы отбрасываем с вами аналитику, то юзабилити и интервью – это два наиболее самых популярных метода. Кстати, вот здесь я перепрыгну два слайда, и у меня как раз тот же есть из того же отчета User Interview, скриншот. Они спрашивали, какие наиболее часто вы используете методы, и вот как раз отсюда же тоже подтверждение того факта, что интервью и модерируемые юзабилити-тесты – это самые два популярных метода. Вот, собственно, в их опросе подтверждение этому есть.
Да. Миш, тот вопрос прилетел. Онлайн и немодерируемые юзабилити-тесты – это одно и то же? Ну, типа, это Да, все синонимы очень онлайн и корректно. немодерируемые. Онлайн и немодерируемые – это может быть одно и то же, но еще могут быть немодерируемые офлайн. Ну, например, к вам пришел человек, и вы просто дали ему задание, но никак не участвуете в выполнении задания, то есть просто можете даже уйти. Мы так делаем в соседнюю комнату в лаборатории, видим, что он делает, но при этом никак не участвуем. В принципе, это тоже немодерируемые тесты, и они не онлайн. Но да, также можно сказать, что и в онлайне они немодерируемые, потому что человек просто самостоятельно проходит какие-то задания, поэтому ответ тоже да. Спасибо. И вот тут вот внизу появился вопрос. Ну, как бы подождите, мы же говорим про CASDEV, где же он? И часто, наверное, еще мы говорим про CGM, очень часто мы говорим про Jobs to be done. Тоже, почему же ты не разместил это на нашу карту? Хотя мы говорим про методы исследований, где же эти популярные аббревиатуры, так их назовем. Да, здесь вот как раз я хотел с вами выровняться в том плане, что мы считаем методами, что мы считаем другими понятиями. С моей точки зрения, вот если мы говорим про Jobs to be done и про CGM, которые отмечены желтым цветом, в принципе, так же, как и пользовательский сценарий, его какое-то описание, визуализация, в принципе, так же, как и мы говорим про описание какой-то персоны, персонажа, когда мы с вами формируем картинку вот эту красивую. Это все инструменты для визуализации, инструменты для агрегации и как бы представление той собранной информации, которую мы с вами узнаем с помощью одного из исследовательских методов. Это может быть и пользовательские интервью, юзабилити тесты, но также это могут быть и другие методы, которые мы с вами видели, да, там опросы, обзвоны, может быть, даже что-то из аналитики возьмем. То есть в этом плане CGM и Jobs to be done не метод исследования, это скорее для меня больше метод для представления информации, которую мы собрали с помощью какого-то из методов. Вот здесь вот я как раз отметил, что в данном случае, наверное, только вот для меня интервью юзабилити тест является методом, а желтым отмечены способы визуализации, представления или анализа информации, CASDEV и UX. Здесь вот CASDEV, в принципе, Customer Development, который состоит вообще из нескольких частей: Customer Discovery, Customer Validation, несколько этапов, да. И, наверное, конечно, на эту тему, по-моему, статья хорошая была, сейчас не помню автора, что как бы вообще вас не поймут, если вы скажете показ 9 клиентов на европейском, на зарубежном рынке. Там как раз это либо UX Research, либо, если мы говорим в целом про процесс, да, исследование пользовательского опыта, либо, если мы говорим конкретно про методы, то это как раз интервью, юзабилити тесты, аналитика, опросы и так далее. И то же самое с UX-ами. Мы просто часто там тоже, когда к нам ребята из команд приходят и говорят: помогите нам, мы хотим провести UX. Ну вот вдумайтесь сами, провести пользовательский опыт или пользовательские опыты, если во множественном числе. То есть лучше, как бы, конечно, говорить о том, что провести либо что-то понять, либо использовать какой-то метод, но провести UX, наверное, не совсем правильная формулировка. Вот. Что мы здесь с вами еще можем почерпнуть из этой схемки? Да, наверное, в принципе, ну вот, наверное, еще хотел бы сказать про сервис-дизайн, дизайн-синкинг, почему не как метод. Для меня внутри содержит как раз, что дизайн мышления, что дизайн спринт, он внутри содержит этапы, и на этапах, когда нам нужно лучше понять пользователя, мы используем, опять же, различные методы. То есть вот дизайн мышления или дизайн спринт внутри содержит как раз, может, интервью содержать, и тесты содержать, и анализ там обращений клиентов, аналитику. То есть внутри себя содержит на нужных этапах использование каких-то методов. Но опять же, это не является методом исследования, который мы можем с вами положить вот на эту карту.
А давайте вот тут вот я сделаю паузу и спрошу, может быть, есть вот какой-то вопрос по этой теме, прежде чем двинуться смотри, дальше. Там есть вопрос, есть такая штука, как Jobs to be done интервью. Это метод один из интервью или к чему это мы относим? Ага, спасибо. Приятно, что нас смотрят не диванные аналитики, а очень люди разбирающиеся. Вопрос реально классный. Вот я сказал, что интервью, вот этот желтый, оранжевый круг слева, он для меня внутри просто содержит несколько... Мы же с вами можем вести интервью очное, можем с вами по Zoom, да, можем с клиентом переписываться в чатах, можем вести интервью по специфическому фреймворку Jobs to be done. То есть в классическом интервью мы бы спросили раз, два, три, четыре. Если мы ведем его, используя подход Jobs to be done, нам важно понять переключение между сервисами. Важно понять триггеры, которые его подталкивали к использованию сервиса, и барьеры, которые его от этого удерживали. То есть это интервью, в котором просто у нас содержатся специфические вопросы, чтобы потом нам нужным образом эти результаты обработать и визуализировать. То есть Jobs to be done интервью. Это интервью, один из как бы способов собрать данные и визуализировать. Но это интервью, то есть вы же также общаетесь с клиентом, и в этом плане, ну как бы это точно находится внутри желтого круга интервью. Отлично. Также является способом представления результатов интервью. Это тоже важно. То есть, как и CGM, способ представления, да, вы на карту положили, так и Jobs to be done тоже способ представить результаты так, чтобы потом вы могли с ними, и вот здесь уже исходя из задачи вашей, что-то сделать. Смотри, есть такой вопрос. Получается, что CGM и Jobs to be done мы формируем на основе интервью с пользователями. Вопрос. Ответ, я бы сказал, что нет. Для меня и, наверное, вот особенно Jobs, особенно CGM формируется не только на основе интервью. Почему не добавить в CGM данные из аналитики? Почему не добавить в CGM какие-то данные, которые пишут клиенты в support, которые пишут клиенты в магазины? Ну, я имею в виду Google Store, если это приложение, да, Apple Store и Google Play, да, почему бы это не добавить на CGM? Ну, в принципе, для меня нету здесь ограничений, я бы сказал, что не только интервью. Вот если говорить про Jobs to be done, тут, наверное, да, скорее это только берется из интервью, потому что информацию нужно для визуализации структуры Jobs to be done из других мест тяжело будет собрать, поэтому скорее да. Отлично. Я, собственно, примерно такой ответ от тебя ждала, да, поэтому вопрос получился немножко смазанный. Отлично. Я предлагаю, у нас уже почти половина прошло времени, я предлагаю двигаться дальше. Да, уже 7:30. Ну, тогда все перематываем, переходим к концу. Ну, в принципе, да, первая часть, она и закончилась. Ложные выводы. Вот у Вани дернул слайд, Каздевом можно выстрелить себе в ногу. Я его тут полностью плюсую. Для меня это вот ложные выводы называются после Каздева. Да? Ну, Каздев я только бы перефразировал на после применения какого-то метода исследовательского. Но что можно выстрелить себе в ногу, получив ложные выводы, точно да. Еще дернул, по-моему, у Наташи Спрагис вот этот вот слайд. Исследование очень легко провести так, чтобы подтвердить свою идею, даже если она не работает. И в этом плане ложная уверенность хуже, чем отсутствие каких-то знаний. Тоже да. Вот тут вот как раз мы с вами переходим к теме, почему нельзя просто, я как ребята из Каянга говорили, я у мамки продакт-менеджер пошел проводить интервью. Почему вот этот подход не всегда работает? Потому что вот как раз ты можешь увидеть то, что находится между реальными фактами и то, во что ты веришь. А остальную, там, 90% фактов пропустить мимо ушей, из-за этого у тебя не получится классный продукт. Почему это происходит? Почему можно выстрелить себе в ногу? Почему вот можно увидеть между двух зон только кусочек? Потому что на самом деле, какой бы метод мы с вами не проверяли, сам метод находится вообще только на 4-м месте. То есть мы с вами никогда не начинаем с того, что выбираем метод исследования, то есть мы такие, так, мы в Jobs to be done идем.
нифига, так мы с вами не делаем, иначе мы вот как раз точно ошибемся. Нам в первую очередь нужно пройти первые три, ответить на первые три вопроса, да, какая у нас сейчас, как у нашей команды или у бизнеса, не знаю, в зависимости от размера цель. Соответственно, из этой цели, какую мы вообще видим исследовательскую цель и задачу, какие у нас есть либо вопросы исследовательские, либо гипотезы. Вот после этого мы выбираем метод проверки, и после этого мы формируем уже какие-то задачи и вопросы, если это интервью или тесты. Мы подбираем целевую аудиторию, проводим исследования и анализируем и делаем выводы. И вот представьте 8 этапов на каком-то, если мы ошибаемся, а если на всех, насколько нас может в сторону увести. И вот я как раз говорю про то, что, значит, здорово, если вы просто начали делать и делаете вот сейчас прям интервью. Не знаю, курс Вани прошли, книжку прочитали, или просто с рождения очень легко у вас было общаться с окружением, да, и вы сейчас так же легко общаетесь с клиентами. Это здорово, то есть это вы уже начали делать, это хорошо. И вот чтобы сейчас видеть факты, а не то, во что вы верите, чтобы сейчас не выстрелить каздевом себе в ногу, круто прокачиваться как раз вот по этим, на всех этих 8 этапах. Не только на этапе, заметьте, проведения, и, например, интервью, или проведения опроса, или проведения юзабилити-теста, но и на других этапах тоже. Я вот вам сегодня хотел показать... Так. Да, но и на других этапах тоже. Смотрите еще одну интересную аналитику. Как вам кажется, спрашивали мы у исследователей, а их было много, по-моему, 250 человек в нашем опросе, каких знаний и навыков не хватает членам вашей продуктовой команды? И вот обратите внимание, что не проведение интервью юзабилити-теста на первом месте. То есть мы исследователи, уже видим, что вы ходите, проводите эти интервью, и как бы вот в проведении уже у вас что-то, ну, получается. А вот первый этап – формулирование правильной гипотезы. А вот поставить правильно, определить там задачу вашего бизнеса, исходя из этого, какая исследовательская задача. А выбор правильного метода исследования под задачу. Мы же с вами видели карту разную, и не всегда нам интервью и тесты уперлись как два метода под все задачи. Ну и, соответственно, анализ тоже, видите, непредвзятый взгляд на данные, результаты исследований, вылез в стоп. И только вот там где-то внизу, в хвосте, само проведение интервью и проведение юзабилити-теста. А, простите, анализ вон внизу. Но все равно, вот обратите внимание, все вот эти пункты, вот не вру, поверьте на слово, их же видят, ну, вижу важными не только я, но и вот исследователи, которые проходили наш опрос. Именно поэтому, я считаю, существует огромное количество этих, как сказать, фреймворков, да, для того, чтобы не просто пойти в исследование, а вначале там составить, я тут топ какой-то, который у меня был под рукой, вот с Product Sense даже, вы можете порадоваться, кто-то выступал, какой-то CastDev Canvas придумали, хороший, как бы, не спорю, я просто как говорю, что различные попытки не ошибиться на этапе подготовки, формулирования гипотез. То есть вот на всех этих 8 этапах, чтобы нам получить правильные выводы, вот разрабатываются разные канвасы, инструменты, соответственно, чтобы нигде не ошибиться. Это здорово. Я вам хотел сегодня, в оставшееся время, привести лишь несколько, потому что у нас всего час, примеров с этапа гипотез, с этапа и вопросов исследования, и формулирования задач и вопросов во время исследования. Напомню, что мы с вами говорим про интервью и юзабилити-тесты, потому что это два, как мы поняли, самых популярных, качественных метода, поэтому мы с вами про них и говорим. Ну и плюс я сам, как бы, мой отдел как раз занимается не количественными, а качественными исследованиями, поэтому у меня здесь больше экспертизы, чуть-чуть знаю, о чем говорю. Первое, значит, ошибка, наверное, которую мы видим, это когда ребята не до конца понимают, вот у нас есть качественные методы, юзабилити один из них, как бы, и давай его использовать абсолютно во всех случаях. У нас что у юзабилити-тестов, что у интервью есть ограничения. На юзабилити-тестах мы будущее поведение очень плохо исследуем, изучаем. Мы на юзабилити-тесте плохо изучаем все контексты, сценарии. Как помните,
это у нас зоопарк, а неживая природа, поэтому здесь мы тоже должны, когда задачу формируем и выбираем метод юзабилити, учитывать эти ограничения. Мнение и нравится, не нравится лайкабилити, да, это тоже плохие задачи для юзабилити тестов. Также и для интервью у нас есть свои ограничения, которые важно понимать, когда вы этот метод выбираете. Это про вопросы про будущее, так же, как и в юзабилити-тестах про будущее поведение. Это надежные данные и детали о поведении и контексте пользователя. Когда мы с вами в интервью пытаемся выспросить, чтобы человек рассказал нам абсолютно все подробности, и забываем, что для этого интервью не самый классный метод, не самый подходящий метод. Ну и также, как и в юзабилити-тесте, мнение. Я сейчас буду вам приводить примеры гипотез и вопросов о плохих, и как раз вот эти вот моменты вы там увидите. Гипотезы. Помните, первый пункт, жалуются исследователи, что команды продуктовые все роли могли бы чуть-чуть получше формулировать гипотезы. Я надеюсь, что вы не будете после этого исследователей ненавидеть. Они отвечали честно и просто хотели показать факт ситуации ЗИС, и я как бы вам этими результатами делюсь. Но не обижайтесь на исследователей, что они вас все критикуют за плохие гипотезы. Но что мы, как исследователи российские, видим? Значит, первое в гипотезах – это вот фокусировка на том, что мы с вами пытаемся ее именно подтвердить, а не проверить. Вот подтверждение, а не проверка – это, наверное, в теме гипотез самый такой жирный пункт, что когда мы пытаемся подтвердить, мы все наши вопросы к поставленной гипотезе формируем вот именно в формате подтверждения. Стали бы вы пользоваться видео при размещении объявлений сам? Было бы вам удобно создавать видео при подаче объявлений? Мы задаем эти вопросы, когда пытаемся подтвердить свою гипотезу о том, что фича, которую мы заложили в следующий спринт по видео, и нас заставили провести интервью, чтобы удостовериться, что она нужна, что она действительно нужна. В противовес этому мы с вами могли бы спросить, как сейчас рекламируют свою квартиру на разных площадках, и тонко подойти к тому, в каких ситуациях было ли это, когда последний раз они делали видеообзор своей квартиры. Да, чувствуете разницу? В принципе, гипотеза одна и та же, но в одном случае мы прям вопросами ее подтверждаем, в другом случае мы стараемся реально ее проверить. Несколько гипотез с авитовских проектов. Цели клиентов при продаже недвижимости могут быть разные. Продать быстрее, продать подороже, иметь постоянный поток клиентов. Стратегия продвижения примерно одинаковая из месяца в месяц, или она ситуативная, может отличаться от набора параметров. Давайте тут попробуем вас спросить, что в этих двух гипотезах есть что-то общее, чем они плохи. Можете ли вы подсказать, что их объединяет с точки зрения нехорошей формулировки? Нехорошей формулировки. Плохой формулировки. Наводящие вопросы, кажется. Пока пишут, все вот примеры, которые привожу, вот поверьте, каждый день новый проект. И ребята, которые вот пишут гипотезы, классные продукты, то есть многие из них там прям сеньорного уровня, то есть вы не думаете, что, знаете, вот есть какие-то джуны, и они пишут плохие гипотезы или плохие вопросы. Нет, это пишут абсолютно разного уровня люди. Просто почему? Потому что вот как раз список из этих 8 пунктов не отработали с точки зрения, мне кажется, во-первых, хорошей базы, как правильно, как неправильно, и после этого не потренировались вместе при поддержке экспертов, чтобы, ну, вот как бы эти знания в себе устаканить. И получаются вот такие вот гипотезы. Оль, что-нибудь в чатик написали? Да, смотри. Мне понравился ответ «некорректность». Так, давай, нет конкретных данных в гипотезе, дан уже ответ на вопросы, конкретных идей, которые мы как раз должны подтвердить или опровергнуть, не знаю, вот так просто сформулирован, нет или наоборот они есть. Так, закрытые вопросы, нет возможности новое добавить, предопределенный набор вариантов в гипотезе, все примеры закрытые, есть ответы, в одной гипотезе несколько зашито. Так.
Ага, Оль, можно я тебя вместо остановлю? или, да, вместо или может быть и. Да, все, это Ага. было вместо и может быть или, потому что здесь вроде и так и есть. Стратегия продвижения и окей. Может отвечать. Да, я почему остановил тебя, потому что я пытаюсь в голове зафиксировать, про что хочу отметить. Вот услышал, например, тему с закрытыми и открытыми. Это вот один из таких для меня сигналов. Вот смотрите, закрытые и открытые у нас плохие вопросы. Это гипотезы. И вот как раз одна из вот наших наблюдений и чему, какое знание командам хочется передать, что гипотезы – это не вопросы. То есть, какими вопросами вы идете к клиенту, вы формируете после того, как вы вначале свои гипотезы обозначили. И поэтому мы здесь можем писать закрытые, это наши гипотезы, здесь в этом нет ничего страшного. По поводу «и» или «или», наверное, вот во втором кейсе стратегия продвижения примерно одинаковая из месяца в месяц. А, или она ситуативная и может отличаться от набора параметров. Здесь вот говорят, что нужно добавить «и». Ответ, что это не столь важно, как вот я слышал среди списка правильный ответ, что эти обе гипотезы, они на самом деле не требуют подтверждения. Это не гипотеза. Стратегия продвижения там, на Авито действительно либо может быть одинаковая, либо она ситуативна. Цели клиентов при продаже действительно могут быть либо продать быстрее, либо продать подороже, либо иметь постоянный поток клиентов. То есть с этой точки зрения наши вот эти вот две гипотезы сформулированы. Мы, если пойдем их проверять, мы с вами узнаем, что это так. Можно ли это понять, не ходя в исследование? Да, они как бы, эти гипотезы в этом плане сами в себе содержат ответ на наш вопрос. Ну, то есть в гипотезе сразу сформулирован ответ. Давай я немножко, наверное, тогда еще раз проговорю, да, что мы должны вынести из этого примера. Во-первых, мы должны все-таки различать, сейчас мы говорим о гипотезах, и то, что гипотезы – это, ну, как бы закрытые утверждения, это окей. Главное, что мы не должны искать им подтверждение, а относиться к этому как к утверждению, которое нужно проверить, но при этом это вполне норм, что это сформулированное закрытое утверждение, которое мы идем проверять. Да. Это, знаете, это пример, если я спущусь по лестнице во двор, я окажусь на улице, как гипотеза. Но это не гипотеза, потому что это факт. Вряд ли я спущусь по лестнице, выйду на улицу и окажусь где-то в другом месте. Так и здесь. То есть вот эти формулировки, они как бы так и есть. Это плохие гипотезы, которые идти проверять нам с вами не стоит. Наверняка в них есть какой-то продукт, закладывал какой-то смысл, просто именно в формулировании гипотезы он ошибся. То есть, может быть, он хотел понять... вот смотрите, давайте попробуем первую переформулировать, чтобы до конца, кстати, закрепить. Я бы здесь подумал, что он хочет понять, значит, вот эти три стратегии, допустим, это не гипотеза будет, это был бы вопрос исследовательский, какая стратегия встречается чаще? Продать быстрее, продать дороже или иметь постоянный поток клиентов? Вот хороший исследовательский вопрос. И что интересно, если мы вот так формулируем, мы идем не в интервью, потому что внутри этого вопроса содержится чаще, а это значит, нам нужно какой-то количественный метод сами использовать. А вот если гипотеза сформулирована, как она сейчас, мы с вами пойдем в интервью, узнаем, что кто-то хочет продать быстрее 3 человека, 2 продать дороже, а 4 сказали постоянный поток клиентов, но так как это 3, 2, 4, для нас это не дает возможность сделать вывод, что 40% сюда, 30% сюда, 20% сюда. Поэтому, видите, от формулировки гипотезы очень сильно зависит то, какой мы с вами метод выберем. И поэтому вот ребята-исследователи так активно голосуют за то, что правильно формулировать очень важно, иначе мы можем пойти в не тот метод, задать не те вопросы и, соответственно, не получить никаких инсайтов, никаких для себя выводов. Угу. Оль, как классно. Ты думаешь, понятно завернули? Слушай, я думаю, что да, и вообще мне в последнее время очень сильно импонирует идея не идти проводить интервью, а сначала подумать, нужно ли нам проводить интервью. Вот четвертый пункт – это идти, вы решили, что идти проводить интервью. И вот первые три, как я говорил, умение работать на этих трех пунктах, потренироваться, понять, как бы, что правильно, что неправильно мы делаем там, очень сильно даст вам аплифт
чтобы правильно выбирать метод, и уже останется там 5, 6, 7, 8, но уже вот реально фундамент будет заложен классный. А после этого, на самом деле, мне кажется, уже 70% вы сделаете работы над своим уровнем проверки различных гипотез и над своим уровнем понимания там исследовательских методов и что, когда их применять. Да, спасибо, Оля. Слушай, про гипотезы еще есть вопрос. Мне кажется, он хороший, давай на него ответим. Нужна ли в таком случае каноническая формулировка для гипотезы? Что такое каноническая формулировка? Слушай, ну как я понимаю, это вот это вот, основываясь на чем-то, мы предполагаем, что то-то, то-то, то-то. Угу. Честно говоря, я не использую. Если, может быть, это упрощает, сейчас я думаю. Но мне кажется, важнее понимать, как бы, что должна в себе содержать гипотеза, а не какую-то каноническую формулировку. То есть лучше понимать, что гипотеза, это должно быть утверждение непроверенное. Как я сказал, вот спущусь во двор, буду на улицу, это проверенное утверждение, я уже так 30 лет делал, все время одно и то же получается. Эта гипотеза ее проверка должна влиять на то, какое мы дальше примем решение. Тоже один из принципов хорошей гипотезы. Гипотеза должна сформулирована быть конкретной. То есть плохо, когда у нас гипотеза, вот как раз вторая, помимо того, что она содержит в себе ответ, она вот еще там или, то есть очень длинная и сложная формулировка, не конкретная, это тоже плохая гипотеза. Вот, кстати, давайте про конкретику. Смотрите, вот здесь у меня хорошие гипотезы, несколько их, про сторис. Вот здесь есть пример неконкретной гипотезы. Пользователь третий будет просматривать... Нет, сейчас, пардон. Ага, вторая. Истории – наиболее эффективный способ подачи материала, позволяющий расширить охват и повысить активность аудитории. История имеется в виду сторисы в приложении. Сейчас все добавляются, и вот как бы тоже у нас в отношении этого были гипотезы. И вот вторая гипотеза, пример, как раз она не конкретна. Наиболее эффективный способ подачи материала, какого материала, расширить охват и повысить активность конкретно. Приводить пользователя, чтобы он заходил там каждый день. Охват, привлечь там вот этих. Подача какого материала. То есть вот в этой формулировке для меня это очень-очень общая конкретная гипотеза. Первое. Пользователь проявит больше интерес к сервису, если будет просматривать истории. Что с этой гипотезой плохо? Я сейчас, так как времени мало, извините, не буду ждать ваших ответов. Сам скажу, что здесь вот очень, так как хотели идти в интервью, это плохая гипотеза для интервью. То есть мы в интервью, помните, будущее поведение, больше интерес к сервису мы не проверим. То есть это плохая гипотеза для метода интервью. Третье. Пользователь будет просматривать истории, если они будут содержать релевантный интересным пользователя контент. А здесь вот тоже немножко попахивает гипотезой, которую мы видели с вами в начале, которую вроде бы не стоит проверять. Ну, блин, если там тебе релевантный, полезный контент, ну, как бы кажется, что будешь. Либо это еще гипотеза плохая тем, опять же, что на интервью или на тестах ее тяжело проверить. Это скорее мы говорим про поведение, и поэтому уходят в способы проверки другие поведенческие, количественные. Извините, еще и про будущее. Да, поэтому это у нас что на интервью, что на тестах, плохо проверяется. И вот четвертый, давайте тоже озвучу. Заменяют новостной формат, рассказывая о новостях приложения, функциях, актуальных товарах. Опять же, это как бы факт. Действительно, сторисы заменяют новостной формат. Поэтому в такой формулировке вообще ее можно смело убить. Чего ее проверять, это так и есть. А вот сторис в Авито теряются на фоне сторисов других сервисов. Это, например, гипотеза плоха, что, помните, я говорил, на основании гипотез мы с вами какое-то следующее действие, либо если она подтвердится, либо нет, мы с вами будем принимать следующий шаг. И вот сторис в Авито теряются на фоне сторис других сервисов. Кажется, что я здесь не понимаю, типа, какой следующий шаг мы сделаем, будем их украшать или... Ну вот для меня не совсем понятно, эта формулировка звучит именно в разрезе, какое мы решение примем, что будем копировать с других сервисов
И вообще, как бы для чего мы сравниваем вроде там Авито и социальные, это абсолютно разные приложения, поэтому зачем нам вообще сравнивать себя с другими сервисами? То есть она не конкретна, непонятно, какие следующие шаги мы сделаем. Вот чуть-чуть разобрал гипотезы Stories, частично Оля попытался ответить на вопросы, которые были у тебя в чате. Да, я думаю, мы ответили. Да, и тут опять открою эту картинку. Вот разные гипотезы. Мы с вами про будущее поведение. Скорее всего, нам нужен продукт, работающий, про поведение. И так как про будущее, то использовать вон синие сверху методы. Если мы с вами говорим про гипотезы, какие мы с вами там еще видели, простите, надеюсь, вас не укачало. Пользователь проявит больше интерес к сервису, опять же, проявит будущее. И тут нам лучше про будущее поведение, опять же, смотреть из синей зоны. А если мы говорим о том, что мы с вами проверяем гипотезу какую-нибудь хорошую, а у меня тут все плохие, тогда мы с вами не будем эту тему развивать, остановимся, поставим точку. У нас осталось 10 минут. Здесь были у меня еще гипотезы от Сбермаркета. Я их пропущу. Были гипотезы Авито, подсказки о цене в авто. Я их тоже пропущу. И еще вот такие мои, ну, как бы канонические, скажем так, совсем примеры нехороших гипотез, это вот когда вот общим языком, знаете, гипотезы я их называю просто, чтобы были. Пользователи не поймут, куда они попали. Но как бы куда попали, в разрезе чего. Ну, то есть здесь точности формулировки гипотезы вообще нету, поэтому это как бы, ну вот просто, когда просишь, там, накидай гипотезы своих. И вот не поймут ничего или поймут все вот в таком формате гипотезы. Это, конечно, тоже плохие формулировки, потому что здесь нету конкретики. И с заданиями то же самое. Здесь у меня сразу пример есть, какой-то классный в интернете видел про Икею, который хорошо показывает, почему ошибки в заданиях нам приводят нас к тому, что мы делаем неправильные выводы. Вот Икея хотели понять, как люди находят продукты, ну, в смысле, товары на их сайте. И они проводили забирательные тестирования, предлагали пользователям найти книжный шкаф. Каждый пользователь заходил, вбивал в окне поиска книжный шкаф и находил книжные шкафы. Это один вариант. Второй вариант, когда они дали задание в виде описания контекста. У вас есть более 100 книг, вы хотите их как-то организовать. И исходя из этого, человек должен был вот найти способ решения этого вопроса с помощью какого-то системы хранения, да, там, или, короче говоря, найти какое-то решение на их сайте, которое поможет эту задачу решить. И вот тут вот уже начали просматривать различные категории, не вбивали что-то конкретное, искали какие-то решения для хранения, полки и так далее. И очень мало людей искали именно книжный шкаф в такой формулировке. Что мы с вами тут видим? Задание. Формулировка задания. В одном случае и в другом. Выводы у команды, которая проводила исследование, получаются совсем разные. Это просто формулировка задания. Вот поэтому тоже делаю акцент, что после того, как мы с вами гипотезы накидали и формируем задания и вопросы к респондентам, нам здесь тоже важно не ошибиться в формулировках, знать, как правильно, как плохо, иначе, как в случае с Икеей, можем подумать, что все хорошо, и не увидеть никакие инсайты, если даем задание в другой формулировке. А почему-то здесь я вам добавил небольшое описание плохих заданий. Наверное, не буду зачитывать. Это вот скорее как бы на разобрать подробнее, когда было бы у нас много времени. Но вот в случае с Икеей это скорее задания, которые вот в наших формулировках нереальны для клиента сценарии задачи. То есть, как мы увидели в кейсе, он, когда мы ему говорим про там, книги, которые разбросаны, или вещи, которые разбросаны, как их организовать, это больше похоже на его сценарий или задачу. Когда мы говорим «найди книжный шкаф»,
это наша формулировка, которая у человека в голове не проявляется, когда он попадает вот в эту ситуацию, в этот сценарий. Вот. Два примера. Давайте попробуем задание. Давайте попробуем посмотреть статистику просмотров по вашим объявлениям. Что мы здесь видим? Конечно, мы здесь видим наводку. Посмотреть. Мы видим здесь нейминг, который используем мы, статистику просмотров. Может быть, человек так не размышляет, и поэтому мы его наводим. Ну и вообще как бы непонятно, что мы здесь хотели проверить. Исходим скорее, опять же, от нашей логики, а не от какой-то задачи клиентов. Поэтому эта формулировка, наверное, могла бы быть лучше задания. Вторая. Забронируйте билет на самые дешевые даты, заполните анкету, оплатите и расскажите ваши впечатления о процессе. Здесь с точки зрения заданий, во-первых, наверное, перечислено внутри очень много, то есть тяжело держать в голове, оно сложное, большое. Второе, видите, мы ведем человека, опять же, по логике нашей, логике интерфейса. Найти, заполнить анкету, оплатите, то есть мы ему подсказываем в задании шаги. Может быть, у него будет по ходу какая-то другая логика, а мы ему здесь даем подсказку. В общем, вот просто два примера, вроде бы простые задания, но они тоже оформлены так, что мы, как и в случае с IKEA, опять же вспоминаем, можем сделать для себя ложные выводы, потому что не учли формулировки задания какие-то моменты важные, которые, соответственно, здесь описал. И то же самое с вопросами на это задание, которое мы просим, когда проводим юзабилити-тесты, выполнить, то же самое с вопросами, когда мы с вами проводим интервью. Оля, это последний блок. На 3 минуты задержимся, ничего? Давай. Наводящий на ответ – это как бы самое популярное. Да? Вы используете наш сервис только для покупки или для продажи тоже? Ну, это вот прям самое популярное. Нам тяжело очень себя здесь контролировать. Мы любим задавать такие вопросы, когда проводим интервью с клиентами. Я не буду зачитывать все, раз времени мало. Я так сейчас быстро пробегусь. Презентацию потом скину, посмотрите. Закрытые второй по популярности. Да? Как вы думаете, стали бы вы использовать новый тариф? Здесь еще и про будущее, но и в целом он да или нет. Вы пользовались этими фильтрами раньше? Да или нет? Закрытые плохие, когда мы потом ничего не спрашиваем. Но, к сожалению, я часто слышу, что вот получая ответ «да, я пользовался», не следуют уточняющие вопросы, не следуют зачем, почему, когда. То есть просто, видимо, помните, два круга, предположения, в которые верим мы, и факты. И вот этот ответ «да» попадает в центр, и мы не задаем вопрос уточнения, мы себе достраиваем какое-то видение, какой-то образ самостоятельно. Поэтому закрытые вопросы этим опасны. Несколько за один раз. Длинные сложные вопросы, когда прям видишь, что человек не знает, он забыл начало и не знает, как тебе ответить на него, такие мы тоже не задаем. Вопросы про будущее, это ограничение, что тестов, что интервью, стали бы вы использовать такой инструмент для продажи, мы с вами тоже не задаем, это тоже плохие вопросы. А что мы вместо них задаем? Сейчас не успею рассказать, но у меня скорее задача была привести вам примеры плохих вопросов, а не подробно разобрать, а как же надо. Поэтому сейчас такой цели нет. Просто хотел вам примеры вроде простых, но плохих вопросов привести. Какое решение хотят или сделали бы клиенты? Что вы хотите, чтобы мы сделали, чтобы вам там было удобнее, чтобы в этом сервисе вы могли что-то сделать и так далее? Здесь есть галочка на интервью с экспертами, но по большей части вот такие вопросы у нас тоже попадают в те вопросы, которые нас путают, когда нам на них отвечают. Так же, как и вопросы про мнение. Здесь большой риск мнения. Помните, мы собираем, если количественно, тогда да, мы можем доверять. Если качественно, и мы проводим исследования, то мнение нас путает, потому что у нас очень маленькие выборки, и эти там 10 человек могут увести нас не в ту сторону своими мнениями. Очень часто, так как мы работаем долго над продуктом, мы сами не осознаем, как мы начинаем выражаться терминами и жаргонами продукта. Даже бывает, вот второй кейс, мы пришлем вам ссылку на прототип Figma, чтобы вы нашли автопродление вашего пакета. Мы готовим изменения, связанные с выполнением контекстных действий на странице поиска, редизайн страницы и так далее.
То есть мы-то как бы уже этот сленг воспринимаем нормально, но, конечно, клиенты... Здесь и подсказки есть, да, если мы говорим о автопродлении, например, да. Ну и также здесь есть вообще иногда непонятные вещи, которые клиент может не понять. И еще, наверное, я люблю вопросы без уточнений, которые почему-то, опять же, наверное, бьют вот в ту зону, где мы думаем, ага, мы получили ответ и не, как бы, не хотим выспрашивать подробности, потому что эти подробности у нас уже как бы заложены в голове, и мы в них очень верим. И вот такие вот вопросы без уточнений, ну, в данном случае он еще и закрыт, и пользуется или не пользуется. Но в целом, когда у нас не идет дальше никаких уточнений, мы ставим в голове вот какую-то галочку и, соответственно, никак не проверяем гипотезу, а скорее подтверждаем ту гипотезу, которая у нас есть, или проводим исследования, просто ставя галочки над какими-то фактами в нашей голове, но не собираем никакой новой информации. Все, Оль, анализ я не буду. Здесь у меня всего два примера было. Поэтому анализ я не буду, так как мы по времени не успеем. Слушай, я предлагаю... Да. Ага. Я предлагаю рассказать еще немножко про воркшоп, чем он отличается от того, что мы сегодня разобрали, и ответить на парочку вопросов, если ты не против. Окей. Давайте еще раз мысль, чтобы она в голове осела. Мне кажется, что вот хорошо проводить пользовательские исследования – это, правда, один из ключевых навыков. И как раз поэтому мы вот этот воркшоп для ребят в Авито всех продуктовых сделали. И на этом воркшопе мы, в принципе, учим ходить вот по этим 8 пунктам. Из каждого из пунктов у нас есть и примеры, и задания, и как делать надо, как не надо, и практическая работа. Это вот, в принципе, отвечая на твой вопрос, что ждет, вот ждет, как бы пройтись по этим пунктам не в часовом режиме и не по двум из них, а по всем с примерами, ну и практикой. В принципе, ничего сложного. Ответ и 8 часов с перерывом на обед. И интервью изобилити тест. Как вы поняли, это вот те два метода, которые, за которые голосуют все. И исследователи, и мы, и, в принципе, которые являются самыми популярными, если мы говорим про качественные методы. Класс. Слушай, есть, мне кажется, очень хороший вопрос. Вообще все говорят, что нельзя задавать вопросы про будущее, что интервью – это не про будущее. Есть ли какие-то методы исследования, которые нам все-таки позволяют в будущее заглянуть? Да, давайте откроем. Что нам позволяет заглянуть в будущее? Значит, во-первых, лучше всего предиктором будущего это вот как бы поведение. То есть спроси меня, хотел бы я здорово питаться правильно, скажу «да», но вот ближайший ужин, не знаю, там пожарю курицу или, не знаю, картошку фри съем. Поэтому вот в этом примере как бы мое поведение лучше отражает то, что по факту произойдет в будущем. И здесь получается, что нам с вами нужно либо попытаться заглянуть в будущее поведение, либо изучить мое прошлое поведение. Итого, отвечая на вопрос, говоря, что клиенты сделают в будущем, мы можем либо с вами использовать методы поведения, смотреть на какой-то прошлый опыт и делать, ну, какие-то выводы, предсказания, либо вот на этой доске методов у меня есть имитация функций. Мне кажется, это довольно неплохой метод, предиктор будущего, когда мы не тратим время на функционал, но делая какую-то заглушку, имитацию, как это называется, fake door, fake solution, мы пытаемся увидеть действия клиента. Но у нас еще нет функции, поэтому мы говорим, скоро здесь появится, да, но мы уже видим, что они кликают, что они хотят, и это действие. Поэтому мне кажется, что вот имитация – это классное решение. Если мы говорим про качественные методы, то здесь, наверное, мы создаем с вами какое-то видение будущего продукта, описание, лендинг, я не знаю, прототип. И вот как правильно говорит книжка «Спроси маму» и Ваня на своих курсах, и мы всячески пытаемся, чтобы клиент
в него, как бы, чтобы он поверил, что это реальный продукт, и подвести его к целевому действию. Окей, вы видели, вот это был лендинг с описанием нашего нового тарифа, давайте я вас на него сейчас переведу. Ой, нет, подождите, не надо. То есть вот здесь мы как раз пытаемся понять вот это будущее поведение. Или вот недавно тестировали новый продукт тоже, для него просто на сайте добавили ссылку в определенном месте, которую, соответственно, которая была как решение, мы хотели проверить, будет она в будущем пользоваться, будут ей пользоваться клиенты или нет. Ну и смотришь на аналитики, как часто используют эту ссылку, но при этом она за собой не содержит никакого функционала, там просто спасибо, что заинтересовались, а можно мы с вами свяжемся и спросим подробности. Мы видим и количество, сколько кликают, и если нужно, еще с ними общаемся, чтобы узнать какие-то подробности. Что-то получился длинный ответ, Оль, но в целом вот поведение будущее через какие-то фейк-солюшены, либо анализ прошлого, если это позволяет нам сделать какие-то выводы. Слушай, спасибо. Очень быстрый вопрос. Может быть, посоветуешь что-нибудь почитать по методологии построения опорного гайда для КАЗДЕФ, то есть о формировании тем и вопросов? Или мы скинем с ссылочкой вместе с презентацией? Мне кажется, что на русском, наверное, нет. Вот книжка есть, User Interview, хорошая, про юзабилити тесты, что-то я задумался, и ничего в голову не приходит. Поэтому, вот, наверное, только одна, User Interview, Interviews, вот, а больше, наверное, ничего в голову не приходит. Вообще, знаешь, вот если честно, как-то вот курсов довольно немного на эту тему. Есть либо курсы для ресерчеров, которые очень детально, очень подробно, там как раз вам расскажут про гайды и так далее, либо курсы, которые по верхам, вот, которые просто скорее с нуля до единицы, ну типа иди и делай, иди проводи интервью, но там не рассказывают подробно вот как раз про вот гайд, методологию, вот как правильно сформулировать задачи, гипотезы. И вот мне кажется, посередине чего не хватает, чтобы могло вот как раз не исследователей, а просто продуктовых ребят погрузить. Поэтому мне в голову сильно не приходит много, но вот книжка хорошая. Хорошо, да, мы ссылочку тогда пришлем в письме вместе с презентацией. Слушай, я предлагаю на сегодня заканчивать, мы свой час и даже немножко больше уже проговорили. Спасибо большое всем, кто был с нами. Миш, и тебе отдельное спасибо, что сегодня для нас это все рассказал. Да, спасибо вам большое тоже, что дали такую возможность. Будем нести правильные исследования в массы, будем поднимать наш уровень компетенции на рынке выше. Ну и самое главное, наверное, чего мне интересно еще, получить какой-то фидбэк от ребят, там, кто сегодня участвовал или кто на Product Sense запишется на курс, чтобы дали свой фидбэк, потому что ну, разные кейсы, разные продуктовые роли, разные компании. Круто было бы посмотреть на как бы как вы это можете применить к себе и вот услышать какой-то от вас фидбэк. За счет этого, мне кажется, еще подтюнить нашу методологию. Вот, поэтому тоже большое спасибо за то, что позвали и дали возможность рассказать и почитать такой курс. Класс. Всем спасибо. В чатике ссылочка на наш канал. Подписывайтесь, там у нас много всего интересного происходит. Всем хорошего вечера и пока.